Доброе время суток, друзья! В этом коротком ролике я покажу вам следующее. Триггер, работающий в одном направлении. И что я еще хотел-то? А, да! И как нанести на экран игрока свою текстуру. Поехали! Нам необходимо три триггера. Первый будет выключать второй. Второй будет запускать искру. Третий запускает второй триггер. Второй и третий триггеры должны быть на расстоянии друг от друга хотя бы на 32-33 юнита. Работает! Текстура на экране. Чтобы ее реализовать, мы будем использовать Envy Screen Overlay. Заранее подготовим свою текстуру и материал. Очень важно, чтобы не было дефектов, должен использоваться шейдер Unlit Generic. Вот так-то. Благодарю за просмотр. Пожалуйста, поставьте ролику лайк, нажмите на колокольчик и не болейте. Удачи, тамадачи!